Сева, поздравляю, закончились соревнования, второй этап Кубка России. И расскажи, пожалуйста, как тебе самому было выступать на этих соревнованиях, и какие задачи ставил перед собой, и удалось их решить, или не все еще пока получилось? Я ставил перед собой задачу, чтобы войти в четверку, чтобы отобраться на финал Кубка России. Вот, я уже, можно сказать, четвертый. Буду. Да, потому что мы еще не знаем, как закончились соревнования. Да. Как тебе самому, вот за что ты себя можешь похвалить на этом старте? Что я сделал все чисто, все, что я мог, все, что у меня вставлено в программу, я все сделал. Про программу расскажи, пожалуйста, потому что сезон только начался и... Сезон только начался, программа у меня про мальчика. Это произвольно? Да. Произвольная программа у меня про мальчика-сироту, который остался без матери, и он вспоминает прикосновение матери. Ух ты! А короткая? А короткая. Я молодой человек, который в мечтах, гуляющий по Нью-Йорку. Ух ты! Тоже интересно. Да. Нравится тебе самому? Да, очень. Что еще планируешь делать вот, в программах? Учишь, над чем работаешь? Я сейчас учу четверной сальхо, тройной аксель. Тройной аксель у меня несколько раз уже получался на выезд, но так как нестабильно, пока что не вставляю в программу. Сезон сложный, был большой перерыв. Как ждал, когда поскорее бы выйти на лед, начать работать? Да, я очень ждал, потому что на карантине сидеть было очень тяжело. В квартире... Без тренировок было очень тяжело. Ну и когда вышел, обрадовался, наконец-то. Когда вот. Вышел на лед, обрадовался, что снова заниматься, встретил своих друзей. Вот. В общем, классно. Да. Теперь только работать и работать. Да. Поздравляем тебя еще раз. Спасибо. С окончанием соревнований. Ну и вперед. Спасибо.